Значит, сегодняшний семинар, сегодняшний доклад я хотел бы посвятить логике, да, разбору, что такое логика, как она членится внутри себя согласно понятию того, что такое логика, да, и сделать некий как бы вывод из того, что получится, из того, что будет высказано, и эти выводы обсудить. Ну, прежде всего, понятно, что логика, она возникла уже в древности, да, представление о том, что это логика там. Прежде всего, понятие само логику выделяет Аристотель, да, и первую систему логики строит Аристотель. Логика называется некая наука, которая изучает правильные способы рассуждения. Наряду с логикой Аристотель выделяет еще такую другую, рядом с ней находящуюся науку, которая называется диалектика. Диалектика занимается другой вещью. Да? Если логика рассматривает и пытается понять, какие рассуждения являются правильными с формальной стороны, да, согласно своим построениям, а какие рассуждения являются ошибочными, то диалектика рассматривает вопрос, какие в принципе бывают способы рассуждения. Да? То есть диалектика в каком-то отношении допускает допускает отсутствие формальной строгости. На самом деле, термин диалектика введен Платоном. Что вообще такое, что собой представляет диалектика? Вообще, в чем состоит ее понятие? Понятие состоит в том, что любой спор, любое как бы состязание интеллектуальное, да, любое противостояние какого-либо мнения, там, будь то мнение в суде, там разбирательство в суде, либо там спор к какому-то там вопросу частному там, или вопросу общему, всегда любой спор можно свести к двум противоположным точкам зрения. Всегда так устроена логика, да? Что всегда можно любой вопрос выстроить тем способом, что будет некое утверждение и его отрицание. И вот приведение всякого рода и рассмотрение вопроса к такому состоянию, да, то есть самому наиболее предельному состоянию, когда в вопросе одна сторона высказывает одно, а другая сторона высказывает противоположное, то есть ее отрицает это. Это и называется диалектика. То есть диалектика – это такой способ рассуждения, в котором, изучая некий вопрос, доводит его до вот некого противоречия. И вот когда диалектик доводит этот вопрос до этого противоречия, считается, что как бы диалектик свою функцию выполнил. Причем диалектика подразумевает, что в процессе достижения этого состояния возможны там какие-то скачки логики, это совершенно не важно. Важно то, что как бы в процессе разговора должен выясниться некое вот предельное это состояние, должно быть получено. Потому что, собственно, итог диалектики и является смыслом самой диалектики. Вот если в логике очень важен переход, то, что я называю логикой, будем называть его формальной логикой. Да, потому что вот она исследует формальные способы достижения, формальные способы перехода от одних истинных к другим истинным. Да, вот. Это как бы некий способ, каким образом транслируется понятие истины. Вот есть некие посылки, если они истинны, то значит и выводы из них истинны. То есть посылки не обсуждаются. То диалектика, она занимается как раз больше содержанием. Для нее не важно, на самом деле, в процессе спора, были ли логические скачки или не были, сумела ли одна сторона доказать свою позицию или не сумела одна сторона ее доказать. Важно достигнуть вот этого некого результата. Вот в этом результате, когда некий вопрос раздваивается на две составляющие позиции, причем друг другу противоречащие, да, на некие антагонистические позиции, да, это и представляется будет тот итог, который требуется от диалектики. Да, диалектики. И более того, само вот это рассмотрение вопроса вот в этом противостоянии, да, вот аспектов, оно на самом деле определяется как полное. Вот о любом вопросе всегда можно сказать либо одно и противоположное ему. И вот это говорение об этом вопросе, оно будет полным разбиением. Разбиением вопроса в этом аспекте. То есть диалектика добивается вот некого полноты, да, она стремится к тому, чтобы любой вопрос был рассмотрен со всех возможных точек зрения. Но поскольку мы живем в двузначной логике, то всегда всякий вопрос разбивается на два противоречащих друг другу высказывания. Всегда. Так уж устроено. Если бы мы жили вдруг, может быть, в другой многозначной логике, то вопрос, возможно, распадался на большее количество вариантов. Но в данном случае всегда разбивается на два.
В этом, собственно, состоит как бы этот предел диалектики. И вот все, что смогла достигнуть античность, это, в рассмотрении этого вопроса, это, с одной стороны, построить аристотельскую логику предиката, да, и показать, какие рассуждения с формальной стороны являются правильными, какие являются неправильными, да, и построить некое понимание диалектики, при котором всякий вопрос сводится к двум противоречивым сказаниям. Но, тем не менее, как бы уже в античности появились некого рода проблемы. Проблемы, связанные с тем, что не все процессы, которые мы наблюдаем в природе, можно описать в языке. Вот, например, не все процессы можно зафиксировать логически. Такими процессами, например, является движение. Это известная опора Зенона, которая доказывает, что движение невозможно. Ну, действительно, если мы будем следовать за Зеноном и рассуждать с ним вместе, сможет ли Ахиллес догнать черепаху? Ведь для того, чтобы догнать черепаху, он должен был сначала пробежать половину расстояния. За это время черепаха немножко тоже продвинется. Да? Потом как бы он должен будет еще раз половину пробежать расстояние. И так постоянно, каждый раз, на каждом новом этапе, на каждой новой итерации, ему надо будет пробежать эту половину расстояния до черепахи. И непонятно, на самом деле, сможет ли Ахиллес догнать черепаху вот с этой логической стороны. Потому что с логической стороны, как бы, не ясно, на самом деле, есть ли вообще предел этих итераций. И можно ли перейти, если, как могли бы сказать на математическом языке, здесь к пределу, да, и показать, на самом деле. Именно с логической стороны показать, что действительно Ахиллес догонит черепаху. Ни Зенон, ни античные философы не сомневались, на самом деле, что движение существует. Они просто наблюдали его в природе. И более того, как бы никто не сомневался, что как бы никаких проблем, связанных с движением, нет. Проблема была именно вот логического свойства. С логической точки зрения не удается описать движение так, чтобы оно согласовалось с нормами вот формальной и логики, и диалектической логики. То есть получается, что вот место движения в рассуждении, и этого места нет. Дело в том, что кроме этих проблем, на самом деле, в античной логике были и другие еще проблемы. Например, проблема несоизмеримости диагонали квадрата. Да? То есть, как бы вот проблем, которые накапливались, было достаточно. Да? Просто они в разных сферах накапливаются, нам просто сейчас интересны проблемы, связанные конкретно с логикой. Со временем как бы эти проблемы приобрели также еще и практическую требование. Это просто нужно было для развития экономики, промышленности, нужно было как-то эту проблему решать. И вот Гегель, да, просто мы берем сразу уже некий пункт, некую новую попытку в новое время решить эти вопросы. Да. Вот Гегель развивает нового рода методологический аппарат для того, чтобы, в частности, разрешить проблемы опоры Зенона. В своем вот, в лекциях по истории философии можно прочитать, что Гегель считает, что вот даже к его времени, к тому времени, как он читает эти лекции, эти проблемы, связанные с опорой Зенона, была не решена. То есть, несмотря, в чем состоит, еще раз повторяю, проблема опоры Зенона, что с одной стороны, логически мы не можем понять, и вроде не можем доказать, что Ахиллес догонит черепаху, а фактически никаких проблем нет. Ахиллес, поскольку он быстрее, он свободно догоняет черепаху. То есть наступает такой момент, что он ее догоняет. Так вот, для того, чтобы эту опору решить, и вообще и другие опоры решить, Гегель прибегает к построению некой новой логики, которую он сам не называл диалектической, он сам называл спекулятивной логикой. Логикой, да, которую некий... Он считал, что решение подобного рода проблем, связанных с движением, оно возможно только на путях отказа, неправильное слово отказа, на путях построения уже стоит. Потому что он считал, что формальная логика свое место должна занять, она остается. И диалектика тоже остается, да, как некая процедура сведения всякого вопроса к двум противоречащим сказаниям. Что очень важно было как бы построить некую новую логику, которая могла бы ухватить вот понятие движения, понятие развития. И он как это с помощью своей системы, как кажется, выходил на эту логику. Этот проект у него в новой логике, диалектической логике, который сейчас ее называют диалектической, он диалектическое слово употреблял в другом смысле, он называл свою логику спекулятивной, но как бы вот
в нашей литературе отечественной принято понятие диалектической логики. Поэтому дальше я буду говорить о диалектической логике. То есть он выходил на некий проект диалектической логики и считал, что на самом деле формальная логика и остается определенного рода места, и в связи как бы, с опорами Зенона и другими логическими проблемами должна возникнуть некая новая логика, и эта новая логика двинет философию и науку дальше. Сам Гегель этот проект не успел завершить, но как бы вот этот проект остался для того, чтобы его завершали другие. В частности, допустим, этот проект пытались завершить, пытались как-то построить диалектическую логику Маркс, Энгельс там отчасти, да, вот они там пытались там, диалектический материализм строить там, то есть писали по этому поводу очень много работ. Ну и наши советские ученые тоже, ну, прежде всего, как бы философы, логики тоже пытались здесь что-то разрабатывать. Я вот в свое время считал вот такую работу диалектическая логика Фагараши. Ну, Фагараши это, по-моему, то ли болгарский ученый, то ли... Где он как бы доказывал, что... Где он пытался излагать диалектическую логику вот, по некому шаблону формальной логики. Да? То есть указывали, что вот есть три закона там, диалектических. Это закон, это единственные борьбы противоположности, закон отрицание-отрицание, закон перехода количественных изменений в качественные. Да? Ну, все эти законы вам, наверное, известны со школы. Вот как бы пытался описывать, как диалектическая логика пытается понять, что такое движение и прочее, и прочее. Но нам интересно другое. Нам интересно, что на самом деле Гегель проблему Зенона все равно не решил. То есть, пытаясь как бы решить эту проблему, можно просто прочитать в лекциях, пытаясь как-то ее решать, фактически на самом деле проблема так и осталась, так и повисла. И решить эту проблему смогла, как ни странно, математика. То есть математика, придумав исчислений бесконечно малых. Да, но парадокс состоит в том, что это исчисление бесконечно малых было придумано на век раньше, чем... Да, на век раньше, я согласен, да. Просто как бы в те времена информация распространялась не так, как сейчас. Да? Многие философы внимания не обращали там, на успехи математики, физиономии, да. Это очень странно, поскольку, поскольку один основоположник, один из самых уважаемых философов в то время, Лейбниц. А один основоположник дифференциального вычисления. Это раз, а во-вторых, ты если припомнишь, на самом деле, и сейчас это присутствует, да, как издеваются над Гегелем, как над его философией природы. Где его высказывания о физике и математике, ну, просто смешны. Например, Поппер, да, ну, просто издевается над Гегелем как только может. Да, ну, хотя, казалось бы, Гегель жил, он считает, что к его времени жизни проблема Зенона не решена, тем не менее, ты прав. Я согласен, что просто было бы интересно. Исчисление бесконечно малых придумано просто лет 100 назад. Зная Гегеля, надо было просто посмотреть, в чем он видит проблему там, проблематику, в чем он видит. Это интересно узнать, потому что Варин был сообразительный, он вполне мог видеть какую-то проблематику, которая нам сейчас непонятна. Я с этим я тоже соглашусь, потому просто что... Не читал. Я согласен с тем, что Гегель это такая вот темная достаточно фигура, потому что проблема диалектической логики это была частная некая проблема. Дело в том, что он в принципе самой главной проблемой в своей жизни считал как бы выстроить всю систему мира. Да, вот. Систему наук. Он, наверное, назвал ее систему наук, но на самом деле она представляла собой не тоже, потому что было тождество бытия и мышления, да, и система мира, и система наук это было не что иное, как дублирование системы мира. Да. И когда выстраивал эту систему мира, он считал, что во всем мире преобладает некая общая логика. Да, вот то, что называется сейчас наука логики, да, его трактат, это на самом деле не просто как бы некое его только философское произведение. На самом деле это должно было быть по замыслу неким стержнем, да, того, как устроен мир. Да, вот, отображать в некую ну, внутреннюю структуру мира. Вот эта вот внутренняя структура мира, это вот было понимание духа, да, духа мирового, в его чистоте, избавленного от всякого рода конкретности. Да, вот, так как дух существует, вот его скелет этого духа, если так можно выразиться, да, некая схема этого духа, вот это вот чистая логика, да, зафиксированная в науке логики, это вот, вот был такой проект. И до сих пор, как бы, когда люди читают науку логики, они замечают, что вот эти переходы, которые там совершаются, они непонятны. Каким образом из бытия как бы и ничто возникает становление, это еще можно понять, да, как-то там прикинув. Но каким образом оно там все дальше двигается, совсем не ясно. Там, все рассуждения, которые кажутся правдоподобными, они не являются на самом деле очевидными. И их неочевидность состоит в том, что вот есть некая внутренняя, да, вот логика, которая известна только Гегелю. Он фактически не смог
сформулировать ее в явном виде, вот он смог, кроме науки логики, да, вот большой и малый, малая наука логики, это в этом энциклопедии философских наук, он не смог сформулировать как-то ее внятно. Поэтому этот проект повис, как я еще рассказал, и остался на долю будущих поколений. Будущие поколения, вот и до сих пор люди существуют, да, пытаются ее сформулировать. Она задача ведь осталась. Гегель эту задачу сохранил до сих пор. И, собственно, современные философы, да, вот и на нашем сайте, там, Михаил Грачев, там, Балдачев, вот они пытаются выстроить, да, пытаются этот проект каким-то образом завершить. То есть они видят задачу в том, чтобы построить, сформулировать эту диалектическую логику, как вот некую именно логику, прежде всего, да, не как вот просто учение философское, ведь можно было как сказать, ну, диалектическая логика это своего рода философское учение, да, там, излагающее философию Гегеля в неком семантическом виде. Нет, именно речь идет о том, что диалектическая логика должна быть именно логикой, да, и должна она быть достаточно формальной, так же, как и формальная логика. Ну, теперь я вернусь просто к своему вопросу, к своему рассуждению. Вот я проговорю про математику, да, вот математика, тем не менее, проблему опоре Зенона решает. И решает она достаточно как бы интересно. Она решает за счет построения численных бесконечно малых, да, и понятия предела. И в конце концов мы получаем в этом решении, во-первых, целую область математики, да, которая на самом деле была настолько перспективна, что потом через дифференциальное исчисление, да, мы уже можем описывать движение вообще любое. Да, то есть как бы это на самом деле очень перспективное было направление. Это во-первых. Но самое-то главное здесь состоит в чем? Что никакой при этом дополнительной логики строить было не надо. Достаточно было прибегнуть к обыкновенному математическому конструированию, да, обыкновенному математическому как бы формализму, используя простую формальную логику. То есть можно сказать так, что развитие науки, перед которой стала проблема опоры Зенона и многие другие проблемы, в частности, допустим, проблема трансцендентных чисел, да, там, корень из двух там, и всяких других, которые античная наука не могла исчислить, да, они считали, что это неисчислимые числа, да, там, как бы непонятно. То есть, в конце концов, как бы математика многие проблемы, которые поставила античность, смогла решить. Правильно? То есть, в некотором отношении математика является той конструктивностью, конструктивностью и продуктивностью, которая позволяет, не придумывая как что-то новое в смысле логики, решать проблемы, связанные с логикой. Мне кажется, на самом деле, что благодаря математике мы понимаем, что процесс, связанный с решением проблем, может выглядеть следующим образом. Вот есть некое магистральное направление развития. Да? У этого магистрального направления развития есть боковые ветви. Боковые ветви не обязательно могут привести к чему-то какому-то дальнейшему развитию, они могут быть тупиковыми. Да? Вот возникает, например, проблема опоры Зенона, там, или проблемы, связанные там, допустим, с трансцендентными числами, там, или какие-то другие математические проблемы. Да? Можно их было решать там, на основе того, что выстроить какую-то новую логику. Да? Вот. То есть можно было пытаться это что-то варьировать в методологическом аппарате, да? Понятие как-то изменять, там, что-то пытаться делать в этом. То есть пытаться настроить наш инструмент познания. Это с одной стороны. А можно было на самом деле пытаться конструировать в другом. Не трогать наш инструмент познания, да, не трогать понятия, не трогать логику. А можно было конструировать на уровне вот неких образов, да, вот воображаемом пространстве, как вот делают математики, в неком математическом формализме, да, то есть в неких математических этих возможностях, пространственных, там, временных, возможностях там, множественных и всяких других. Да. Развитие пошло по какому пути? Оба варианта были востребованы. Математика пошла, и математическая логика, да, пошла по пути как бы конструирования вот в области конструирования новых объектов математических, да. А другая возможность, да, конструирования новых понятий, нового инструментария, да, это вот понятие оказалось тупиковым. Вот это конструирование нового инструментария, это и было вот проект диалектической логики. Он оказался просто тупиковым проектом. Но этот тупиковый проект, он сейчас висит как открытый проект, и многие вполне как бы люди, которые хотят как бы все-таки, ну, видят, что на самом деле этот проект висит, что его можно завершить, они бросаются на эту задачу и пытаются ее решить. И в принципе, как бы, в этом нет ничего плохого. Другое дело, что нужно ли это делать, если уже
этот путь уже пройден, да, и уже как бы новые задачи какие-то другие стоят, да, и показаны, и математика просто показала, что проблемы надо решать другим способом. Более того, ведь на самом деле мы наблюдаем, что математика оказалась эффективной не только в смысле решения логических проблем, она ведь оказалась эффективной в смысле решения физических проблем. Ведь как физика, благодаря использованию математики, продвинулась вперед? Ведь до того, как физика, ну, как бы она всегда обращалась к математике, конечно, но до того, как физика пыталась развивать свое содержание в области философских наук, ведь, например, натуральные основы, или, например, трактат Ньютона основной, да, он же так и называется, натуральные основы, по-моему, философии. Нет, это основы натуральной философии называется. Mm-hmm. Да. И если посмотреть, на самом деле, как он излагает свое представление о том, как устроен мир, то там все изложение строится на неких геометрических построениях. То есть, в принципе, математика там используется как бы не в том виде, к которому мы сейчас привыкли. То есть, в некотором смысле, математика оказалась эффективна не только для решения логических проблем, она оказалась эффективна для решения также и физических проблем. И более того, мы знаем известное высказывание, что теперь в любой науке ровно столько науки, сколько в ней математики. Теперь, какой вывод я хотел бы сделать из этого доклада? Я хотел бы сделать из этого доклада следующий вывод, что на самом деле есть всегда, так уж заведено, в развитии любой дисциплины, в данном случае логики, но не обязательно логики, в любой другой дисциплине, тупиковые ветви. И не надо пытаться эти тупиковые ветви завершить. Надо просто однажды признаться, что если на протяжении 200 лет не могли решить проблему с диалектической логикой, то, возможно, эта проблема и невозможно решить. Не надо цепляться вот за покойников, да? Не надо пытаться сделать вот что-то, что, в принципе, мы, возможно, не решаем. Более того, оно бы, может быть, и требовало своего разрешения, если бы проблема висела бы до сих пор. Если бы опоре Зенона, там, другие проблемы логические, до сих пор были бы не разрешены. Ну, а ведь они разрешены. Ведь математическая логика еще двинулась дальше, она придумала многозначную логику, она придумала модальную логику. Да? И все это на основе чего? Во многом на основе математики. Ведь теперь мы ведь не говорим о формальной логике. На самом деле слово формальной логики не отражает содержание. Теперь наша логика, которая фактически является передовым краем логики, является математической логикой. Математическая логика поглотила, собственно, формальную логику. То теперь математика, на самом деле, стала более широкой дисциплиной, в которой логика является только отдельной ветвью. Ну, короче, трех законов диалектики не существует. Нет, трех законов диалектики – это просто как бы не законы диалектики, как вот принято говорить, не законы природы, да? Это просто некие наблюдения, да, как бы. Можно было так сказать, это афоризм. Понимаешь? Можно... Ну, то есть не законы. Это не законы, да. То есть отрицание, переход количественных изменений в качественные. Это красивый афоризм, красивые наблюдения, не в большей мере, не является никакими законами. Понимаешь? Это не является законами. Конечно, с точки зрения математики, минус на минус дает плюс, да, там, как мы любим говорить. Да. Но тем не менее, как бы мы прекрасно знаем, что можно придумать другие операции. Да? А второй закон термодинамики, что энтропия всегда возрастает, не бывает, точнее. Он как он является чем? Наблюдением или законом? Но по поводу физических законов надо еще сказать следующее, что, есть, конечно же, математика в своем конструировании вот, неких объектов, некоторых, можно сказать, миров, да, конечно же, она не обязательно имеет выход на физику. И поэтому физика, и в частности, как вот твой закон возрастания энтропии, имеет еще, в частности, и свое содержание. Свое самостоятельное, да. Не сходим, как математики. Подожди, давай еще раз так. Вот, припомни следующий вопрос. Ты говорил про новую натуральную философию. Да. Правильно? Да. О чем там говорится? Там говорится о том, что вот есть некая физика, да, процесса, да? Да. А есть математика отдельно. Да. И совершенно не обязательно, на самом деле, что мы, оперируя только математическими объектами, можем добиться какого-то понимания физики. Совершенно, да, не обязательно. Правильно? Да, обязательно. Правильно. Поэтому я с тобой точно так же согласен. Математика – это некое только жонглирование, оперирование объектами. Я не о том говорю, я просто не могу понять, почему законы диалектики не могут иметь такого же статуса, как, скажем, второй закон термодинамики. Потому что второй закон термодинамики является, в частности, также и экспериментальным законом. Ну, а эти? А эти законы являются афоризмом. Как хочу. Это можно, вот афоризм можно сказать, что это, допустим, это муж и жена, одна сатана. Ну, что это такое? Закон, что ли? Или это афоризм? Это красивый афоризм. Иногда это так, иногда нет. Иногда отрицание является там... Ну, это единственное борьбы противоположности. Единственное борьбы противоположности. Это афоризм? Или что это такое? Это некое наблюдение. Не количественное, что у тебя тихонечко
нарастает количество изменений, а потом бабац, пришли в качественные. Ну, понимаешь, закон всегда имеет некую меру количественную. И какая вот тут количественная мера? Ну, а энтропия чего? Он имеет количественную меру, что не имеет. Ну, понятие возрастания. Что у тебя говорится, что есть какая-то величина, которая не убывает. Что важно? Но ведь величина это... Или по-другому, что тебе нельзя построить термоэлектрическую машину второго года, запрет. Которого чисто тепловую энергию преобразовывала в это. Я понимаю. Просто у меня нет ответа, я над этим никогда не задумывался, мне это как бы было никогда не интересно. Вот я задумался, действительно это афоризмы. Каким статусом обладают три закона диалектики? Я считаю, что эти три закона диалектики обладают статусом некого наблюдения. Да? То есть это публицистика. Самое важное, значит, они основаны на... Публицистика. То есть чисто математика, это голая абстракция. Энгельс составляет. А закон, что существует мужчина и существует женщина, это на чем основа? Математика. Это не закон. Это не закон. Значит, математика есть слабый факт. Потому что существует мужедел, понимаешь? Ну это не важно, но все равно существуют мужчины и женщины. Математика есть слабое звено тоже. Потому что эти законы, они основаны все-таки на наблюдениях. А математика может вообще говорить такие абстракции, которые вообще не... Совершенно, согласен. Именно так. Так нет, я опять повторяю. Поэтому ближе к истине все-таки... Вопрос об истине здесь нет. Если у тебя три закона, ты утверждал, что... Почему трем законам диалектики нет? Подожди, давайте говорить проще. Давай. Почему три закона диалектики не могут обладать таким же статусом, как второй закон термодинамики? Тогда у тебя оказывается, возможно, некоторая наука. А вот такое, что всякая причина имеет следствие, и всякое следствие имеет причину. Это тавтология. Потому что она заключается в идее причины и следствия. В идее. Хорошо. Причина, потому на то и причина, а следствие на причину на то и следствие. А не можно же так сформулировать, может быть, закон диалектики тоже такое свойство имеет? Может быть, когда мы говорим противоположность, мы подразумеваем, что есть второе. Например... Есть не А. А если у тебя количественные изменения, то поздно рано не приведут к качественному, это чем? Да потому что у нас всегда есть два аспекта, количество и качество. Не обязательно же переходит одно в другое. А здесь вот такое наблюдение. Изменяется количество, а потом следует качественный скачок. Ну чем тебе не закон, не наблюдение за системой? Не, ну надо подумать. Все равно, мне кажется... Энгельс над ними очень много работал. Да, я согласен. Согласен. Красивые вещи. Много примеров привел. Да, много примеров всяких. Только я не считаю, что все-таки это закон. Потому что под законом... Это просто публицистика. Или это попытка подтянуть примеры под какой-то под странный тезис подогнать. Ну вот мы, например, Ницше обсуждали. У него же тоже очень много афоризмов. И многие афоризмы его, близки к жизни. Да, и они похожи на правду. Но они не являются законными. Ну это же, вроде вот здесь. Ну вот, например, вот мы в прошлом недавно совсем обсуждали, как бы, вот, что вот есть господа, а есть рабы. Ну, одни от природы должны править, а другие от природы должны подчиняться. Это закон природы или что это такое? Он точно так же утверждает, как ты, что это закон пожелание. Природы. Это пожелание. Пожелание. Хорошо, это пожелание. Но можно ведь утверждать, что вот это воля власти. И ты сам недавно стоял за волей власти. Что это вот закон я природы. Я стою воле власти. Это закон природы, воля власти. Да, да. Закон. Видишь, закон природы. Получается, что вот понятие закона природы у нас какое-то расплывчатое. Все что угодно, это по твоему желанию, по моему желанию, по желанию, например, деньги, это можно считать законом. В моем смысле воля к власти, да, закон природы. Да, но воля к власти на той случае, только обезьяна. Ну не в смысле этой, Нет, ну вот наблюдение, это пространство, это имеет три измерения. Да. Это закон природы? Да, наверное. Ну, вот видишь, непонятно, что это такое. Вот, ну, может, люди договорились, никто не знает. Вот именно. Что. Дело не то, что люди договорились или нет, а о том, что это может быть это просто некие аспекты, свойства, понимаешь, пространство. Может быть, переход количества в качество тоже может быть некое свойство материи. Причем есть закон. Ну, так и в том-то и речь. Нет, подумай, что... А второй закон термодинамики тоже у тебя тоже свойство материи, универсальное от этого. Да нет, разница в том состоит, что там какое-то свойство, которое имеет конкретное содержание. А здесь это какое-то абстрактное рассуждение. О чем говорится здесь? Количество и... Подожди, о чем здесь говорится о том? Что две категории, а именно количество и качество, как-то связаны. Вот и все. Вот о чем здесь идет речь. Мы говорим, когда говорим о противоположности, о чем речь идет? Мы говорим о том, что если мы говорим противоположности, значит подразумеваем, что если мы говорим А, подразумеваем не А. Естественно. И они всегда вместе. Просто в силу логики. Там же не об этом говорится. Там об этом говорится о единстве и борьбе противоположности. Да, единстве и борьбе. Ну что значит борьба? А отрицает не А. Не А отрицает А. Вот тебе борьба. Да, но все вместе они дают как бы некое новое... Ничего они не дают. Целое. Ничего они не дают. Это просто
это формулировка того, что если мы говорим «а», всегда можно предположить, что есть «не а», потому что «а» и «не а» подразумевают друг друга. Потому что целое пространство всегда разбивается на две части. Если мы говорим вот это вот «а», это тоже. Нет, мне больше количественные изменения, качество. А количественные изменения, качество, это означает, что две категории, количество и качество, мир-то у нас некий связанными, да, они связаны. И это указывает на то, каким они образом связаны. Что вот количественный параметр переходит в качество. Ведь с другой стороны, эти качественные параметры переходят в количество. Да? Мы наращиваем какое-то качество и переходим в количество. Да. Нет, третий закон. Отрицание-отрицание. Да. Что он означает? Что плюс это минус на минус дает плюс. Ну, что это закон, что ли, какой-то? Нет, это там говорится, что отрицается, что происходит возврат к первому на более высоком качественном уровне. Нет. Это уже додумали, потому что действительно, что такое отрицание, отрицание? Нет. Это у Гегеля так. У Гегеля именно так. У Гегеля, потому что... Подожди, давайте обсудим закон отрицания, отрицания. Да. Дело в том, что закон отрицания, отрицания, он связан с гегельской философией, потому что у Гегеля есть прямое восхождение от каких-то примитивных форм от существования духа, да, вот эта форма связана, допустим, вот дух, как он развивается в материи, да? До форм высших, подожди. И понятное дело, что на самом деле, поскольку у него система должна была быть системой наук, да, системой всего мира, то у него вот эта связь, она должна была как-то быть исчислена. Она у него исчислена следующим образом, что благодаря закону отрицания-отрицания мы поднимаемся от одной формы к другой. Именно так. Так очень важно. Он является дополнением к тому, что мы видим в природе. Но очень важно понимать, что ты возвращаешься к тому, что у тебя уже было на новом уровне. Нового третьего порождаешь. Да, ты еще к первому возвращаешься. Еще прикольно качественному. Спираль еще прикольно линию. Она зарастает. Да. Да, теперь мы возьмем, допустим, на любом примере. Вот на примере развития общества. Да. Движется ли общество, это человеческое общество, прогресс? Поступательно. Движется. Движется потом. И путем отрицания-отрицания, тебе кажется? Ну, кажется, да. А не происходит не так, на самом деле, что просто путем на наращивание количества? Это вопрос надо обсуждать, пойдет это на отрицание или отрицание. Ладно, согласен, давайте примером переходим. Я бы даже сказал, что не путем отрицания-отрицания, как ни странно. Давайте как-то... Ты понимаешь, что этот закон становится от этого верифицированным. Если ты сможешь задать вопрос, что по какому пути, путем отрицания-отрицания, каким-то другим способом оно движется. Если ты можешь поставить в рамках такой системы, задать такой вопрос, то это как раз говорит о научности постановки вопроса. Я говорю, что общество развивается не путем отрицания-отрицания. Еще раз говорю, давай как-то... Согласитесь, да, что общество развивается не путем отрицания-отрицания. Вот. Это означает, что вопрос, верен или не верен закон отрицания-отрицания, можно поставить. То есть внутри самой системы можно поставить такой эксперимент, в котором покажет неправильность этого закона. Подожди, давайте так. Это и есть верификация. Еще раз. Вы определили, что вы будете понимать по отрицанию и отрицанию? Когда у тебя нечто развивается, сначала первое, второе отрицает первое, а потом третье возвращается к первому, но новому качественному. Ну ладно, согласен. Нет, допустим, пускай в такой формулировке. Ну. Это же несущественно. Но у тебя возможно поставить другой эксперимент и увидеть, что у тебя ни в коем случае третье не является первым на качественном уровне. Вы сейчас выхватываете по одному закону, они-то все работают совокупно. Так нет, это все понятно. Мы пытаемся конкретизировать задачу, потому что Булат вот занимался широкоисследовательными тезисами. Не-не, сейчас я тебе просто объясню, что я хотел сказать. Я хочу сказать, что ты можно позаниматься этим делом конкретно. Да, чтобы дискуссию не превращать в базар, просто слушаю тебя, чтобы ты высказался, а потом я добавлю. Я тебе высказался по поводу высказания. Следующим образом, я опять вернусь немножко к Гегелю и просто объясню постановку вопроса. Дело в том, что на самом деле Кант, если мы припомним Канта, да, мы как бы пытались заниматься, да, сейчас я немного забегу вперед. Это сказал, что разум, да, вот некая способность у человека, разум, да, и что этот разум не может претендовать на то, чтобы производить из самого себя знания, да, новые знания. Он называл это синтетическим суждением, априори. Он их не может производить, он может быть только регулятивным принципом для рассудка. Ну, Игорь, наверное, понимает, что это такое, да, может, вам не очень понятно. Ну, это суть состоит в том, что, условно говоря, что без опыта разум, да, не может быть продуктивным, не может ничего создать, никаких новых знаний. Но против этого выступил Гегель. Да? Гегель сказал, что это не так. Что на самом деле разум может производить новые знания. Вот то, что ты, Игорь, сейчас говоришь, да, за те законы, о которых ты говоришь, в некотором отношении эти законы претендуют именно на такую продуктивность разума. Да? Что вот разум продуктивен, в частности, в том, что вот он может формулировать такие законы. Вот смотри, теперь я просто что хочу тут привести в качестве
некого возражения. Возражение состоит следующее. Действительно, разум, да, в отрыве от природы, он сам по себе может двигаться в своем пространстве, да, вот в пространстве своих понятий. Он может нечто конструировать. И то, что он может это конструировать, показывает, например, опыт математики, да, естествознания. Ну, естествознания в меньшей степени, прежде всего математики. Вот Вальд недавно говорил о том, что математик может построить совершенно там какие-то конструкции, оторванные от жизни, да, которые вообще непонятно, как можно вообще применить к чему-либо. Даже не в том смысле, что вот сейчас мы не можем применить, а может вообще никогда не сможем применить. Может быть, математика так и останется летать где-то в облака. Но, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в принципе у разума есть такая способность сформулировать некие как бы закономерности, которые держатся только за счет вот этого, вот этой способности разума в принципе конструировать. То есть разум способен конструировать в математическом смысле математические объекты, а может конструировать некие абстрактные объекты общего уровня. Подожди, послушай. Общего уровня. И вот эти объекты общего уровня, в частности, есть то, что мы в кавычках называем законами диалектики. Да, я и хотел сказать, что ценны только те вещи, которые связаны с опытом, правильно? Да. Просто всякие конструкции, они... Так вот, я и хотел, вот правильно то, что... Безумие. Как раз я об этом и говорил, что законы диалектики являются... Разновидность безумия. Эмпирическими законами. Нет, не эмпирические законы, это некие конструкции разума. И в принципе, они, их можно применять к реальности, но они не являются законами, например, в физическом смысле. И не являются законами в смысле опыта. Понимаешь? То есть, вот разум, допустим, он может сформулировать на своем уровне, да, некие другие закономерности. Например, может посидеть и подумать, просто какие он еще закономерности может сформулировать. Так вот, Посидеть и подумать, да. Не, ну вот я говорил про причину и следствие, но Игорь считает почему-то, что разве это не закон, что ли, что это нет никакого действия без причины. Ведь это являлось для древних, для... Античной философии для классической философии. Да, один из принципов. Вот прям в кинозе этот принцип являлось. Всякое действие имеет причину. Являлось, да, являлось. Но ведь, они-то пытаются... Является ли это законом? Согласись, что это все-таки мы не назовем законом? Ну, какой смысл? Да, но не является ли законы диалектики, да, вот, может быть, не совсем такими же формулировками, но близкими тезисами. Всякое действие имеет причину. Почему тебе не задачка? Вот и понять, всякое действие имеет причину. Нет, как оказывается, на самом деле, не всякое действие имеет причину. Да. Оказалось, что не всякое. Не всякое. Ну, и точно так же законами отрицания. Потому что люди... В квантовой механике есть какие-то спонтанные какие-то... Да, спонтанности есть. Понятие спонтанности. Спонтанности есть, которые не имеют причины. Но как бы просто есть и все, как природная такая спонтанность, как непонятно. Что такое понять невозможно. Ну, не важно. Важно, что она есть. Нет, ну, есть понятие спонтанности. Очень важное понятие сформулировать. Точно так же отрицание. Что про него можно сказать? Есть такая гипотеза, что такой закон действует в мире. Еще раз говорю, ты называешь, что упираешь на слово закон. Давай как-то отличать закон. Правила, Вот правило, я с тобой согласен. Вот насчет правила я согласен. Потому что всякому действию есть причина, это было некое методологическое правило. Не является ли законы диалектики таким методологическим правилом? Не является методологическим правилом. Но это некоторым видом, вот смотри. Но это была некоторая гипотеза, которая всеми принималась. Это была гипотеза, некоторое устройство мира. Да дело это не гипотеза, это была методологическая установка, вот хорошее слово. Установка, рассматривать всякий процесс и искать у него причину. Если мы имеем некое действие, если мы имеем некий процесс, мы всегда пытаемся, чтобы его объяснить, искать его причину. Вот мы наблюдаем поведение человека. Мы пытаемся понять, какие причины заставляют человека так действовать. Так и тем не менее... Кстати, в психоанализе опять же отрицается, что всякое действие имеет причину. Опять же. Потому что если там есть некое бессознательное, которое нам неизвестно, то это и означает, что нет причины. Нет, это как раз и означает, что причина есть, а после лежит бессознательное. Но это можно так сформулировать. Но на самом деле вопрос ведь состоит в том, что причина только тогда есть, когда она знаем. Если мы причину не знаем, значит ее нет. Нет, не обязательно. Не ну вот смотри, вот давай вопрос о спонтанности. Вот они же о причинности той же. Лебниц поговорил, и все они говорили. Они все пытались этот странный факт, что всякое действие имеет причину. О, вспомнил. Причина каким-то образом. Вспомнил хорошую формулировку. Ну, закон достаточного основания у Лебница. А что это который полностью отброшен, который еще Шопенгауэр рассматривает как четвероякий ковень там какого-то достаточного основания. Ну это что? Он звучит следующим образом. У всего на свете должно быть достаточное основание. Ну. Вот тебе чем тебе не гипотеза закона диалектиков, чем их не прототип. Что означает достаточное основание? Прототип. Это означает, что должны быть приведены некие основания для того, почему нечто есть или почему его нет. Да, почему есть нечто, а не ничто. Например, да. Это в частности, это частная формулировка. То есть суть закона достаточного основания говорит о том, что
можно пытаться искать причину, а можно пытаться искать основание, да? То есть основание это не совсем причина, это некий другой способ решения. Тоже, но закон достаточного основания, кроме того, как Лейбница и Шопенгауэра, он полностью отброшен. Он просто перестал быть какого-либо закона. Да, мы же говорим не о том, а мы говорим, что возможно ли формулировка подобного рода закона. Нет, я бы сказал так. В принципе. Я бы сказал так, что давай все-таки как бы различать закон природы. Подожди, я не о том говорю. И закон разума. Я не хочу сказать, что производство три закона, как закон достаточного основания, как три закона диалектики. Как закон причинности. Можно назвать его законом? Да, да. Это все эта штука. Вот, а я считаю, что это только установки разума. Я считаю, что это не установки разума. Я считаю, что ты можешь, по крайней мере, пытаться подобного рода закона искать в мире. И то, что... Подожди. И то, не в мире, а в мышлении. Они в мышлении. Вот. Я согласен с вами. Мышление. Именно что мышление. Ну, не различается здесь мышление и мир. Нет. Вот в том-то и состоит суть, что на самом деле. В этом и состоит продуктивность разума. Это может... ребята по закону причинности. Они его не находили в природе, искали его чисто в мышлении. А три закона диалектики, Маркс, Энгельс и компания, они пытались их находить как природу. А в том-то и состоит суть, что закон причинности не является законом. Это некая установка искать закон причинности, причину. Да. Закон причинности. Это научная установка. Может быть, да. Но его можно пытаться понять, как и закон природы. Что всегда мир устроен таким образом. Вот мир устроен таким образом, что... Хорошо. Квантовая механика, в частности, опровергает такой способ? Да, Макрани. И это поэтому показывает, что эта постановка вопроса научна. Раз вот ты можешь в рамках своих аксиомов... что она является научной. В смысле фальсификации? Да, в смысле фальсификации. Это и является такая вещь. То есть, значит, мы будем трактовать понятие закон расширительный. Есть, условно говоря, физические законы, есть законы биологические, там, законы жизни. Есть законы развития, да. А есть вот законы вот общего характера. Да, общего характера, да. Ну так они их не формируют. Понимаешь, я просто не хочу злоупотреблять словом закон. Нет. Почему им сказать, что принципы есть? Принципы мышления. Да ты слова новые не придумай. В этом смысле Энгельс говорит о законах диалектики от трех. О том, что это такие общие законы. Общие законы развития, общие законы существования бытия. Вот такие законы его. Правильно? А почему не сформулировать их просто как принципы, вот, которые разум придумал, которые разум усматривает, пускай не придумают, усматривает и формулирует. Да это для Гегеля это не так, а вообще с точки зрения того, Энгельса это не так, а с точки зрения Гегеля почему бы нет? Почему бы нет? Ну это вопрос, что у тебя существуют такие принципы или что-либо еще? Ну, ладно. Некий конструктор такой общий. Он существует или его просто надо эту линию отбросить и ей даже не заниматься? Вспомним замечательный вопрос. Ты говоришь, что надо отбросить? Нет, я сказал правильно, потому что я считаю, это тупиковая ведь. Да, ты считаешь тупиковая, а я хочу сказать, что такая постановка, она возможна, этим заниматься можно. Нет, заниматься можно. Мы недавно говорили о антиинтеллигенции, это вот такой самый интеллигентский разговор. Вот и... закон отрицания по обществу. Это разве не интеллигентский разговор? В обществе я его не нахожу, не нахожу. Подожди, возражение хотел придумать. Помнишь? Вспомни нашего замечательного Бранского. Да? Владимир Павлович. Он говорил, что на самом деле всякий закон должен быть эвристичен. Какую эвристичность мы наблюдаем в законах диалектики? Какую? Что из них мы, кроме того, что мы их сформулировали, мы получаем позитивного? Что мы можем с помощью этих законов как двинуться дальше? Ты вспомнишь, что это таким образом ребята, эти самые двое, обосновывали необходимость социалистической революции и перехода к коммунизму. Ну, давай как бы все-таки ближе делу, что все-таки как бы у нас есть две характеристики. Ты правильно сказал. Первое, верифицируемость или фальсифицируемость, да? Мы как бы сказали, что в принципе этот закон может быть сфальсифицирован, да, и поэтому как бы в этом отношении все в порядке, с точки зрения Поппера. А с точки зрения эвристичности, дает ли оно какой-либо прирост знаний? Кроме того, что мы что-то сформулировали. Подожди, но давало определенного рода прирост знаний, что они видели какой-то эффект, всегда пытались искать у него причину, чем тебе не прирост знаний. Не-не-не, причины мы уже сказали, это не закон, а установка. Нет, у исследователя есть установка искать всему причину. У всякого действия должна быть причина. Это установка исследователя, научная. А теперь мы говорим о законах диалектики. Какая может быть у закона диалектики эвристическая сила? Потому что тому отрицание. Что они могут предсказать? Что они могут, какое новое знание? Дальнейшее развитие, третий пункт вот твой. Ты должен его искать в форме измененного первого, понимаешь? Вот чем тебе не эвристическая сила. Что он всегда будет в форме измененного первого. Ты имеешь в виду отрицание. Отрицание. Что на новом, первое, второе, а третье повторяет ты прямо, первое на новом уровне. Ты прямо Ленина формулируешь, что как бы вот кого развитие счета? Общества, кого счета? Оно повторит этапы, так сказать. Да, Маркса, Энгельса. И вот у тебя известный этот, как он там, когда у нас это,
По-моему, филогенез повторяет этногенез или этногенез повторяет онтогенез. А онтогенез повторяет. Филогенез – это развитие рода. Онтогенез – это развитие отдельного человека или отдельной особи. Онтогенез повторяет филогенез. Да. В чем тебе незакон? Тоже является действием законов диалектики. Это именно отрицание-отрицание. Ну, не знаю. Я так, это уже какое-то слишком вообще небольшое. Я бы сказал, что это вот, о, кстати, хорошо, в биологии и в антропологии можно было бы сказать, что это общая формулировка некого закономерности. Да, некоторого закономерности. Но она никакого отношения к законам диалектики не имеет. Ну, а какие общие закономерности можно отнести? Чего не так? Не, подожди, а вот, например, закон биологии, да, как закон Дарвин это сформулировал. Естественный отбор. Является законом? Ну да, наверное. Ну неправильно, конечно, но да. Я... Ну вот видишь, непонятно. Может быть, это некий общий принцип формулировки. Ты обрати внимание, я возвращаюсь к этому точно. Отрицание. Ты ищешь третье в форме измененного первого. Чем тебе не предсказание эвристическое? Хотя я утверждаю, что это не так. У тебя может быть третье не нести совсем ничего от первого, а будет притягиваться только за уши. Ты понимаешь, это может быть и является эвристикой, но только она уж настолько абстрактная и настолько отдаленная. Обычно же нести некой конкретики, так и эти законы... Никто так не использует. Это же конкретика. Согласись, что конкретика, что ты ищешь не чего-то третьего, а ищешь одно отрицает другого. Не, ну просто вы знаете что? Вы как бы это самое, вы хотите, чтобы у вас какой-либо один из этих законов диалектики Гегелевской или там Маркса Энгельса вытаскивал всю эту самую всю ситуацию. Нет, это Игорь хочет доказать. Они только в совокупности могут отразить. Нет, ну это ладно. По совокупности, я просто хочу сказать. Это же тоже, когда ты говоришь, что у тебя вот иногда не получается первое, да? То есть отрицание. Да. Не получается первое на новом уровне, да? Да. Так оно иногда может, почему не получается? Потому что у тебя там регресс просто. Вместо ожидаемого прогресса. Поэтому первый тайм получается. Ну, это другой вопрос. Но это очень важная все-таки установка на то, что это только чуть-чуть изменилось условие. Для вместо постоянного прогресса выяснилось, что иногда бывает регресс. Нет, это может быть. Но тогда еще бы лучше быть к первому может вернуться. А ты хочешь сказать, что у тебя третье на самом деле возвращается не к первому, а к тому, что было до первого? Ну да. Ну, это другое. Игорь, а можно еще маленькое изучение? Ну, так. Смотри, вот. Была Марксовская схема, да, было древнее общество, потом общество средневековое, которое отрицало его, да, потом возникало капиталистическое общество, которое отрицало как бы среднее и возвращалось в некотором смысле, нет, не оно возвращалось в коммунистическое общество, да, должно было вернуться в некотором смысле в первобытное состояние, но как бы на новом уровне. Ну, наверное. Да. А после него, кто мы знаем, были работы других людей, да, которые занимались и рассматривали эти вопросы как развитие цивилизации. Но. Вот закат Европы, это Шпенглер, да, например. Да, где он рассматривал вопрос не путем того, что вот есть некая диалектика развития вот так вот общества, да, а он рассматривал то, что вот есть некая цивилизация, она как бы у цивилизации как живой организм, да, у него есть время возникновения, время рассвета и время гибели, да. Ну вот, пожалуйста, чем тебе этот подход совсем другой, на тот же самый вопрос, да, развитие общества, можно рассматривать разделать разные подходы. Получается, что в этом отношении есть, когда мы подходим к развитию общества с точки зрения законов диалектики, возникает некая натяжка. Потому что к этому же вопросу можно подойти по-другому. Да нет, ты подойти так не можешь. Подожди. А теперь точно знать то же самое, как вот я говорил о вопросе опоре Зенона. Можно было подойти тут вопрос с помощью законов диалектики, что-то возить здесь и возить, пытаться что-то тут мудрить. А можно просто взять математику, да, исчисление бесконечно малых, и вопрос решить для себя навсегда. Угу. Один раз и все. Вот не получается ли каждый раз так, что мы должны, как феноменологи, да, рассматривать вопрос, исходя из самого предмета, а не придумывать какие-то принципы, да, или там законы, как ты хочешь, неважно, диалектики, и потом их на реальность набрасывать, и считать, что вот почему-то реальность должна быть такой. Да нет, ты точно так же можешь... Они же не надо наоборот. Ну ты второй закон термодинамики можешь на реальность не набрасывать, но Академия наук машины, вечный двигатель второго года, не рассматривает с какого-то года. Ну не рассматривай. Нет, я согласен, что есть общие принципы у любой дисциплины, есть некие общие принципы. Принципы термодинамики – это некие общие принципы, которые стоят в фундаменте физики, в частности. Ну, есть же так же сказать. Ну я так хочу сказать, что... У любой науки есть такие. Я меньше всего хочу защищать собственную диалектику, но я хочу сказать, что такая деятельность... Подожди, давай еще раз, не путай термин. Дело не в диалектике. Я сказал, что такое диалектика. Дело в диалектической логике. Мы не говорим про диалектику. Диалектика – это некий способ сведения любой проблемы к двум противоположным высказанием. Все. Я согласен с Блаком, что это не единственный возможный способ отразить реальность человеческого общества, человеческого мышления. Проблема, знаешь, в чем состоит? Что мы, если смотрим на мир глазами диалектических законов, то мы на самом деле в этом мире что-то теряем, потому что они настолько общие, настолько формальные, понимаешь? Узкие достаточно.
да, не общий, или наоборот. Это мы... высоконравственное суждение. Высоконравственное, согласен, но... Ах, мы в мире что-то теряем. Да дело не в этом. Это очень дело не в этом. Просто математика без этих законов, без этих формулировок просто берет дело и изучает. И решает проблемы. Да. Физика отдельно решает проблемы и не использует эти законы. Даже, может, их вообще о нем не знают. Это означает, что, возможно, они не законы, а некие принципы. Биология часто берет и на физические законы, и на математические, и изучает их так. Как она называется? Агросселекция, скажем, вообще на все плюет и тоже сам по себе изучает. В некотором... Это ничего, ничего не значит. В некотором отношении биология не может на физический закон плюет. Если она будет с самолета сбрасывать своих там биологических особей, то они будут погибать. Да, она это не она может. Она не может наплевать. Но она это постоянно делает, я хочу сказать. Да. У нас вот в последнее время тоже знаю, что с бетоном очень трудно договориться, особенно в бетоне Сиан-Шушинская ГЭС. Но можно попытаться. Люди пытаются. С бетоном договориться? Да, с бетоном. Пытаются. Точно так же и с диалектиками. Работа такая есть. Важная и серьезная работа. А следующий аспект? Есть давай. Красивая. Ты читал Энгельса? Я читал Энгельса. А давай другой аспект возьмем. Я согласен. Энгельс красиво пишет. И Маркс здорово пишет. Гегель здорово пишет. А тебе не кажется, что вот смотри. Уже диалектика, да, вот этот проект существует, уже существует 200 лет. Да? Этот проект существует. Очень много людей им занималось, начиная с Гегеля, Маркса и причем выдающиеся личности, своего рода титаны мысли. В нашей стране, на диалектическую логику и вообще на развитие этой дисциплины. Да, и целые институты работали, да. И мы знаем там за великие имена, достаточно для советских ученых, там Ильенков там, да, занимался вплотную диалектической логикой. Я хотел сказать тем, что и почему до сих пор все равно результатов нет. Если действительно это является чем-то ценным, почему на самом деле на поверку оказывается все это пустотой? Почему математическая логика достигла огромных успехов? Да, и была математика как таковая была использована в физике, физика достигла огромных успехов. Математическая логика решила кучу проблем, там, достигла кучу... Да это понятно. Сейчас решаются проблемы, которые поставила это. Ты хочешь сказать, вот там... На протяжении тысячелетий то на вот с крылышками с колокольни прыгал. Да, именно так. Именно об этом. А потом взяли братья и сделали полетели. Я и хотел сказать тебе. А ты посидел там в середине 19 века, да, столько народу пытались полетать, не могут они летать. Гуси могут, а мы люди не можем. Потому что это закон. Я знаю, что хочу сказать. Мне жалко. Не можем. Взяли, полетели столько. Хорошо, я согласен. Может быть, вдруг. Смотришь, чудо происходит. Очередной титан, да. Сейчас вот выйдет какой-то и что-то предложит. Может быть. Грачев. Да. Вот, например, это Михаил Грачев. Болдачев. Или Болдачев. Я скажу, да, ребята, извините, вот вы правы там. Но все равно, вот я же какие-то попытки вижу, что эти попытки все-таки, вот, например, Михаил Грачев, он все-таки то, что он формулирует, оно не соответствует понятию так диалектической логики, которую в него хотел вложить. Не знаю, я не читал. Ну, я не буду сейчас излагать эту теорию, можешь почитать у нас на сайте. Но вопрос в другом, я хотел сказать. Вопрос состоит в том, что вот мы говорили недавно об интеллигентах. А не кажется ли тебе, что вот это поприще как раз интеллигентов, сидеть и обсуждать законы диалектики, да, вот заниматься пустым занятием, да, из пустого города перелива. Я тебе про диалектику. Опять же, про спиральчики в воздухе и рассказывать, что вот на новом уровне мы там что-то добьемся. Что то, что мы говорили. Не является это или софистика вот новейших времен, софистикой, а? Говорить, чтобы ничего не сказать, а? Обо всем совершенно... Подожди. А вот заниматься, вот, может, конкретными дисциплинами заниматься? Математикой, физикой, биологией? Да. А может сидеть вот просто и нанизывать друг на друга законы диалектики, да, и переливать из пустого пара? Я согласен. Можно просто... Не рождаем ли вот так вот новых интеллигентов, да, таких? Да, вот, интеллигенция была не о том. Не о том был доклад. Хорошо, доклад был не о том. Я хочу сказать, что такая деятельность есть, типа того, что есть такая спекулятивная деятельность. Как можно... Картошку пытаться вырастить на 100-й раз на одной и той же растительности, а можно придумать авиачную селитру? Можно же? Ну, мы вопрос этот, естественно, не решим, как бы, и это... Просто 200 лет это сложно не могли решить. Семинар лекции был не об этом. Я просто хочу сказать, что вполне возможно существуют некие общие законы развития. Ну, существуют общие законы развития. А вот что об этом говорит вот, синергетика, как там называется еще? Она ничего не говорит, Пригожин. По математике в основном. Вот, пожалуйста, тебе. Вот люди занимаются неравновесными системами, да. И вроде как раз закон развития, который ты говоришь, они бы должны были бы установить. Да. Почему же они вот не диалектики используют? Достижения там невелики. Невеликие достижения. Почему же они все-таки посчитали, что математика является более эффективной, а не перебегли они к бедным законам диалектики? Почему же вот они могли точно так же нанизывать, там, понимаешь, вот три этих закона формулировать через раз бы, там, и все объяснить.
Но они другим занимаются. Другим занимаются. Потому что они серьезные люди, они специалисты, понимаешь, что дело. Они понимают, что математика может быть эффективной. Да понятно. А нанизывание таких принципов самых общих. Так а никто не отрицает эффективность математики с позиции только законов диалектики. Покажи мне такой этот советский институт, который бы отрицал эффективность математики. Не, ну ты подумай сам, Советский Союз был единственной державой, которая вот занимался вот развитием этой диалектической логики, которая вот эти законы, три закона диалектики, вот из пустого порода перевели. Советский Союз... Все другие философы занимались другим. Много чем занимался. Чем еще занимались философы на стороне, кроме диалектического материализма? Превратил из простой игры с деревяшками на клетке 8 на 8 искусство и науку, и непонятно что. Ты про шахматы имеешь? Шахматы. Из них. Я согласен. Тоже превратил. Я согласен. Абсолютно было никому не нужно. В области философии застрял на целые 70 лет, наша страна застряла в этой формулировке этого диалектического материализма. Ну застряла она. Пустопорожнее, ничего не имеющее содержания формулировки. Это опять нравственная позиция. Нравственная, да. Это нравственная позиция. Это то же самое, что, ребята, сколько можно прыгать с колокольни, всякий раз разбивается. Но тем не менее, мы сейчас опять вернулись к Канту, Гегелю, опять уже вернулись кто к этим вернулись? Мы с тобой вернулись. Ну мы с тобой вернулись. Кто вернулся-то? Ну я думаю, что все правда. Институт этот философии не вернулся. А ты посмотри, на самом деле, поэтому. У нас же две трети, половина народу это диалектические материалисты до сих пор. На сайте, да, у нас. Половина диалектических материалов. Как только возникает какая-то диалектика. Еще 20-30%. Меня всегда поражает, как только возникает что-то связанное с диалектикой, у нас сразу возникает на сайте какой-то движуха. Движуха, меня поразило. Я думал, она мертвее всех мертвых, а там всякий раз движуха возникает. Ну потому что, как понимаешь... Сейчас ты этот семинар выложишь в сеть, так это единственный семинар, который народ посмотрит. Кстати, да. Ну, значит, есть какое-то беспокойство. Хочется с колокольни еще раз прыгнуть. Че ты? Ну просто задача грандиозная, ну как так, вот Гегель не смог, а я смогу, допустим, кто-то там думает, вот построю сейчас диалектическую логику и, так сказать, вот эту брешь, этот проект завершу, и, так сказать, свое имя впишу, так сказать, в аналы истории. Ты же знаешь этот афоризм по поводу этих карликов на спине гигантов, на плечах гигантов. Да, знаю. Вот. Знаю, только как бы это Ньютон был настолько мстительной натуры, что он предшественника своего там Гука, да, там, все его работы, когда он стал... этим представителем Академии наук, или как он там у них называется, да, он все работы жёг, все упоминания запретил этого Гука и так далее. То есть, да, он, конечно, почему-то стоял на плечах гигантов, но был очень мстительным. И с Лейбницем, у них целая переписка была насчет Атласа, тоже первый придумал дифференциальное исчисление. Он все-таки говорит Лейбниц. Ну, правильно, да. Тем не менее, просто, понимаешь, как было? Просто, судя по всему, этот человек был немножко как бы странный. Ну ладно, ты не Ньютон, а я просто парафразм это говорю. Да, я говорю, ребята тоже. Так это Ньютон же сказал. Да, я сказал. Правильно, я думаю, что это вот как раз легенда, что он ты сказал, ничего такого не говорит. А если у этого Уилсона... Красивая легенда. У Уилсона там... И яблоко ему упало на голову. Мы говорим, гиганты, которые стоят на плечах карликов, которые мыслят согнувшись. Это у Уилсона. Вот это больше похоже на правду. Да, на самом деле, гиганты. Так работают наши институты, понимаешь, там много очень осликов, да, которые работают реальные. И какой-нибудь научный, как бы, ну, заведующий кафедрой какой-то, он как бы... С помощью этих осликов вписывает себя только там просто какие-нибудь диссертации, научные исследования. Ну ладно, все, да, или еще что-то хочешь сказать кому-то. Ну, я вообще-то завершил, да. Когда эти сделаем выводы? Значит, у нас сформулировалось, опять же, диалектически сформулировалось две позиции. Первая позиция состоит в том, что законы диалектики являются некими принципами, да, мышления или там принципами, да, разума, некими, как бы, может быть, закономерностями, но настолько общего характера, что они не могут называться законами, а скорее надо их называть принципами. Такими же принципами, как принцип, например, причинности, да, что всякое действие имеет причину. Это такими же принципами, как принцип предостаточного основания, который сейчас, например, вообще никто не упоминает. Да, хотя в свое время там, Лейбниц, там, допустим, или Шопенгауэр, там, они этим принципом там, бредили и много они их обсуждали. Это первая позиция. И вторая позиция, состоящая в том, что, возможно, существуют такие вот наиболее общие законы, действительно, да, которые просто не могут быть, которые формулируются, которые имеют не только революционное значение, но и имеют значение какое-то больше, более этого, да, там, не знаю, более научное значение имеют. Да, и благодаря, может быть, этим законам, как бы, какие-то ученые, там, или там, философы дальше видят, там, больше знают, я не знаю. То есть, возможно, можно считать, что такие законы, то есть, можно считать, что это не принципы, а некие законы. Вот вторая формулировка. Да? И эти законы, это похоже на то, как эти законы формулируются в физике там, или биологии. То есть, просто их законы наиболее общие, да? Как вот выражается, например, какой-нибудь словарь советский. Mm-hmm. Наиболее общие законы развития общества, материи там, и всего.
Вот две позиции. Как бы мы, естественно, как бы своим семинаром и не стремились эту проблему разрешить. Это мы проблема. Специалисты, мягко скажем, диалектической логики. Ну почему? Как бы я. Ну, была специалист, я не специалист. Да, я только считаю себя специалистом, я в свое время очень много этим вопросом занимался. Но почему нельзя сказать, что диалектическая диалектика это только одна, один из, так сказать, путей? Во-первых, еще раз говорю. Могут быть другие способы. Валя, еще раз, вот к терминологии. И речь не идет о диалектике. Диалектика свое место заняла в истории, и в науке она присутствует. Дело о диалектической логике, то есть об особого вида логики. Ну да. Это совсем другая логика. Это можно было бы высказать так, что это вот логика, которая может в себя инкорпорировать противоречие. Я это хочу сказать, что вот эта диалектическая логика один из возможных взглядов. В какой-то степени реальность отражает. Но могут быть еще более совершенные. Вот насчет могут быть. Я и хотел сказать, что история, развитие науки пришла к выводу, что вот не надо придумать никакую новую логику. Я в этом состоял смысл доклада. Уже математика решает проблему. Ты говоришь, может быть другая. Ну, вот может быть другая, это математическая логика. Математическая. Математическая логика, она решила и решает проблемы. Не нужна никакая особая диалектическая логика, да, которую невозможно сформулировать, кроме вот этих трех законов диалектики. Мы ничего больше, трех законов диалектической логики, мы ничего больше сформулировать не можем. Конечно, мы больше ничего сформулировать не можем. Все. Вот все содержание диалектической логики, все, что удалось за многие годы, за 200 лет развития этого проекта, я думаю, что сформулировать. Общество из разумных существ в математику не поместится. Да дело не в этом, просто вопрос ты не понял, в чем вопрос состоит, что нам история развития науки показывает выход. Вот есть сформулировать некие проблемы, я уже эти проблемы рассказывал, да, там, в прошлом. Проблема опоры Зенона, проблема там, это, трансцендентных чисел, там много было проблем, я просто как бы сейчас припоминать это сидеть специально, да. Эти проблемы по мере роста научных знаний как-то решились на каком-то этапе. Ну правильно. Вот, например, теорема Ферми там была, были сформулированы проблемы можно какие-то... Гильберта, по-моему. Вот, да, слышишь? Математикой можно посчитать какие-то узкие моменты. Ты не понял, я еще раз говорю, что в современном представлении в любой науке ровно столько науки, сколько в ней математики. Это Вейль, по-моему, сказал, или кто это сказал? Я не помню. Кто-то из математиков сказал, или физиков даже знаменитых, что ровно столько науки, сколько есть в ней математики. Поэтому твои возражения о том, что математика что-то высит. Может быть, Кант, да. Твои возражения, они не являются, на самом деле, этими... Ну, а поскольку... Корректными. Подавляющим... Потому что современно представление... Нет, совсем. Поэтому если ставить хохма, что нельзя делить физику на... нельзя делить науку на физику и все остальные науки. Потому что на ноль делить нельзя. Ну да, вообще-то было представление такое, что физика — это единственная наука, а все остальное, как бы, это вот ради физики. Ну ладно, физикализм все, был. Все, это